Петр Заморкин не был солдатом, но отдал свою жизнь за победу. Имя его неизвестно, а вот о подвиге совершенном никто, кроме родственников, не знал. В память о тех, кто сражался за родину, но не снискал ни почета, ни славы, в нашей стране учрежден праздник – День неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Эти слова высечены на могиле неизвестного солдата в Москве. Они считаются неофициальным символом даты, посвященной памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным. Свое начало праздник берет в 2014 году. Именно тогда указом президента была учреждена дата, посвященная подвигу неизвестного солдата. День для праздника выбран неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата. Захороненный у кремлевских стен солдат был рядовым. Это удалось определить по сохранившейся форме. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было. Не было их и у миллионов воинов, погибших в боях за родину. Они навсегда остались неназванными. Инициатива по учреждению праздника, посвященного подвигу неизвестного солдата, принадлежит участникам поисковых организаций и отрядов. Они ищут и опознают погибших во время войн, в которых участвовала наша страна. 4,5 миллиона пропавших без вести после Великой Отечественной войны солдат числится на территории бывшего Советского Союза. 120 тысяч человек. Останки стольких солдат нашли участники поискового движения России с 2012 по 2018 годы. 6 тысячам человек за это время удалось вернуть их имена. В течение 10 лет кропотливая работа по уточнению фамилии бойцов Красной Армии, освобождавшей Славянский район, велась и на территории нашего муниципалитета. Были установлены имена 18 600 солдат и командиров. 1698 бойцов пропали без вести при форсировании рек Протока и Кубань, а также в плавнях. Более 5000 красноармейцев сложили головы в боях на голубой линии. Имена всех установленных солдат были увековечены на гранитных плитах памятника пропавшим без вести, открытого в этом году в парке 40-летия Победы. 3 декабря, в день неизвестного солдата, состоится торжественный митинг, после чего к памятнику возложат цветы. Памятные мероприятия пройдут во всех поселениях района.